نحن نعرف أن كثير من غير المسلمين يدخل إلى الإسلام بهذه الأمور. لو عندما يعرف أن الإسلام في استئذان. И мы знаем, что много немусульман пришли в ислам по причине именно таких вещей, как испрашивание прощения, разрешение перед входом. Что в исламе есть такая вещь, как скромность. Нет смешения полов в исламе. Эти, говорит, вещи, говорит, оставляют как бы след, да, вне, на немусульманах. А как мы видим, говорит, в наше время, говорит, что в некоторых домах, говорит, халатно к таким вещам относятся. То есть некоторые люди говорят, это, говорит, ну, естественно, говорит, так уже все привыкли, это обычно так, обычное дело. Это говорит сын моего брата. Ты, говорит, ты ли тот, кто узаконивает вещи в шариате? Пророк сам сказал про него, что он говорит, смерть для твоей женщины. Поэтому мы должны вернуться на то, на чем был пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники радиаллаху. И тот, кто ищет довольствие Аллаха, вызывает тем самым гнев людей, над тем будет доволен Аллах. Нам. قبل أن تدخل حتى على زوجتك إذا كانت في غرفة النوم مثلاً. То есть даже если ты хочешь зайти к своей жене, когда она находится в спальне. أشتسنا. Что ты должен сделать? تستأذن. Ты должен спросить разрешение. Постучать в дверь. أما أن تدخل بلا استئذان، تدخل بلا سلام، تدخل دون أن يؤذن لك، هذا خلاف الشريعة. А говорит, что касается заходить в дом без саляма, без разрешения, говорит, да, без спрашивания разрешения, то это то, что противоречит этому шариату. И ислам для нас упорядочил все эти вещи.